Привет, зритель! Игра зовет нас с тобой в Краснодарский край на стадион «Фишт». Это 17-й тур Мелбет первой лиги, и это завершение первого круга сезона 24-25. С вами Владислав Гурджи. Для того, чтобы проводить этот самый первый круг вот этим матчем. Сочи-Нефтехимик. Противостояние философии, противостояние мироощущения. Ну и чего уж тут греха таить, возможностей, которые будут сегодня на зеленом газоне сочинского стадиона. Поехали, скажем, и мы, Сочи, Нефтехимик. Рафаэль Шафеев, конечно, педант, не дает начать матч, но вот кажется, все у нас понеслось. Итак, Сочи, Нефтехимик, мы посмотрим, как будут на самом деле располагаться игроки. Атаку досмотрим, момент у Нефтехимика, удар в дальний угол, вот это начало у нас, вот это начало, и какой потрясающий выстрел удался Константину Шельцову. Извините, а Сочи выйдет сегодня? Нет, Сочи наказан, я начну этот репортаж, уважаемые друзья, вот это начало, не перестаю удивляться, Нефтехимик дал так дал. Итак, подача. Момент. Ох, какой момент! 1-1! Не зря нам показали Янович. Именно он стал главным героем этого эпизода. Ну а Павел Маслов, сам того не ожидая, вот так реабилитируется. Жизнь лучший драматург. Очень правильно было сказано. И в этом смысле мы видим подтверждение этой сентенции прямо сейчас. Маслов стал главным антигероем после забитого мяча. Руслан, здорово, входит в штрафную площадь. Момент, удар, Янович! С игры это главный момент Сочи сегодня. Это Павел Милешин. Тут просто и эффективно играет Нефтехимик. И будет туда, налево бы сделать пас. Блистательная атака Нефтехимика. И гол! И гол забивает Нефтехимик! И это Максим Петров, которого я вам отрекомендовал как одного из самых ярких футболистов этой команды. И он празднует так, как и положено творческому человеку. Максим Петров, привет тебе, футбольный клуб Сочи. Так как обыграл сейчас Нефтехимик всю оборону Сочи, это недопустимо даже на уровне молодежной футбольной лиги. Момент у Сочи может быть сейчас. Очень долго! Ух ты! Попал в спину Павлу Милешину. Это по-хоккейному вновь было. И сами рассуждения-то не допускаются. Подача. Момент, опасно! Янович. Вот на сей раз все четко, Никита. Петров. Они два в одного идут. Отличная передача. Решать нужно момент. Сейчас Дегтев! Футзальные вратари бы оценили эпизод. Чистая реакция. Нефтехимик в 5 падает. Вообще нормально. Никаких проблем. Вот момент. И проталкивают мяч футболисты Сочи. Голы сегодня традиционно возникают как из ниоткуда. Павел Милешин. У Сочи сегодня забивает только Спартак. Как черт из табакерки возник этот мяч. Ну и Никита Янович наверняка будет очень недоволен тем, как все складывается. И Саид Алиев сейчас побежит. И побежит, и будет бить по воротам Саид Алиев. Чуть скаканул мяч, поэтому сорвался с ноги. И устремился туда, в направлении сочинских воробьев. Макарчук теперь там же. И удар с дальней дистанции Кирилла Кравцова. Выглядело это, я вам скажу, как трейлер к какому-нибудь американскому фильму. Макарчук, 4 минуты добавлено. Подача. Удар! Вот он! Вот он, Начо Игнасио Саведро! Молчал, молчал весь первый тайм легионер Сочи. И накось выкуси, как говорится. Начо. Такой тихий, такой незаметный в этой игре. И вот такое выдал на 92-й минуте матча. И по большому счету сейчас Рафаэль Шафеев фиксирует, что класс сегодня бьет порядок. Вот такая нетривиальная концовка. И мы делаем точно так же, как главный арбитр. Фух, мы выдыхаем.